Аплодируют стоя. Это главная награда для режиссера и его труппы. Но сегодня не единственная. После спектакля «Вручение золотой маски» Александр Славутский – обладатель специальной премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. И вот сегодня эту маску за честь и достоинство, за выдающийся вклад получает Александр Яковлевич Славутский. В разное время обладателями спецпремии «Золотой маски» становились первый президент Митимир Шаймиев за поддержку театрального искусства, режиссер Марсель Селимжанов и народный артист России и Татарстана Ринат Азетдинов. Он пришел поздравить лично. Поздравляю, Александр Яковлевич, вас. Вы сделали для Качанского театра огромное дело. Я сегодня вот все посмотрел. Это замечательно. Молодец. Дай Бог вам здоровья. Казань, Татарстан, это не забудет никогда. По словам коллег и зрителей, «Золотая маска» – это заслуженная оценка за творческий опыт и вклад в искусство Александра Яковлевича. Около 80 оригинальных спектаклей, 50 лет творческой деятельности, 27 из них в Казанском русском театре имени Качалова. Помните знаменитое предсказание в фильме «Москва слезам не верит»? Скоро будет одно телевидение, ничего не останется. Я рада, что есть театр, есть радио. Есть телевидение, есть газеты, журналы, книги. И когда успехи наших коллег отмечают в искусстве, в культуре, а мы тоже аплодируем, потому что это очень важно. Это духовная жизнь нашего общества. Его работа, это стоит награды и стоит того, чтобы люди это заметили. Эта награда говорит о том, что человек посвятил театру всю свою жизнь. И это благодарность. И это благодарность, которая включает в себя заслуженное признание, которое для режиссера, который очень много сделал для нашего театра, который очень много сделал, в принципе, для артистов, и для нашего города, и для нашей республики. Сам режиссер награду принимает скромно. Для него главное – это аншлаг на спектаклях, профессиональная команда и обновленные условия. Приятно, когда оценивают твой труд положительно, поэтому я благодарен театральной общественности, благодарен прежде всего своему коллективу, молодому, энергичному, любящему, заботящемуся обо мне. Хочется с ними работать, работать и работать. Впереди новая постановка «Ревизора». В свои 74 Александр Яковлевич продолжает активно работать и создавать свой фирменный театр для людей. Радик Фархулин, Лилия Кашфарова, Олег Мыльников, ТНВ «Казань». Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.